это вход Версаль. Это очереди. За очередь, чтобы попасть в этот дворец. Пока время. Ворота золотые, верхушки золотые. Аж горят на солнце. Очень красиво. Ну что, привет, мечта? Как мечтала в Париж попасть, именно в Версаль. Мечта сбылась. Ой-ля-ля. Обратите внимание, какие краски были. Я немножко рисую, поэтому я понимаю. Они все как с позолотой. И когда выходишь с темного коридора, обратите внимание, как играют краски. Безумно красиво. Когда свет попадает, они аж горят. Бесподобно. Ну, я так поняла, мы туда не сможем пройти. Тут перекрыли. Чтобы пройти, нужно очередь отстоять и контроль. Проверяют сумки на ленту и пройти. Камин. Камин красивый. Портрет Марии Антуанетты, ее детей. Смотрим поближе к работе. Смотрите на эту красоту. Он идеальный, не просто идеальный. А ткани какие, сколько им веков, а они как новые. Это сувенирчики цены. Это все сувениры. Такие магазинчики здесь. Еще магазины. Потолки не очень высокие. По сравнению, конечно, с Лувром скромненько. Скромновато. Ну, красиво. Как не было, такая центр. Вот это красота. Очень удивительно, что потолки здесь невысокие. Но и само здание по себе, оно не очень большое. Зеркала шикарные. Вид из окна. Красота.
Раса тень. Жалко, нельзя близко подойти, стоят ограничения в телах. Там поближе посмотреть. Несем наши руки вход из двери в двери. Шелка, велюры. Сколько веков и в таком прекрасном состоянии. Что я вам скажу, мне в Версале экскурсия понравилась больше, нежели в Лувре. Почему? Очень спокойно, все очень организовано, все тихонечко ходят, никто не толкает никого. В Лувре очень-очень много силы. Если вы собираетесь в Лувр, нужно рассчитывать хотя бы на целый день, потому что мы пришли в субботу. В субботу было до 6 вечера, мы очень мало всего посмотрели. Ну, в Лувре. Ну, а тут в Версале выходим спокойно. Мы приехали в 10 часов и до 2 часов. То есть нам хватит посмотреть, может быть, не все, но очень много. Здесь очень красиво. Сейчас покажу вам фасадную часть. Самую интересную, почему я, собственно, и здесь. Я из-за этого и приехала. Очень хотела увидеть эту красоту, эту зелень, эти насаждения, эти фонтаны. Красота. Хочу вам показать, как все сохранилось. Такие ткани были качественные. Уже подсветки здесь включили. Посмотрите. Ну, конечно, самого бархата нет, но качество ткани не сохранилось. Стены все в таком же стиле, как и мебель.
здесь высокие, очень потолки. Я вам скажу, у меня сын очень хотел попасть в Лувр. Ему именно в этой половине замка очень понравилось, больше, чем в Лувре. Он остался в таком восторге, прибежал. И я вот пришла. А я была совершенно в другом крыле. Я даже не знала, что это крыло отреставрированное. Здесь тоже узкие довольно проходы, но огромные потолки. Только на это посмотреть. Я не верю, что мои глаза видят такую красоту. Это просто что-то невероятное. Как можно было такое сделать произведение искусства? Даже по храмам понравилось. Здесь настолько все проветривается, так свежо, хотя здесь нет кондиционера. Спасибо нашим предкам за такую красоту, что сумели сохранить все это для нас, наших детей. Смотрите на эти часы.
стоял, наверное, на трон. Но это только мои догадки, потому что мы давно все ушли, я без экскурсовода. Я бы не смогла бы столько всего вам рассказать. Вид из окна. Как красиво! Как это красиво! Такое можно было сделать человеческими руками, я вообще не представляю. Посмотрите на эту залу. Знаете, не зря я так сюда рвалась. Я так хотела Версаль. И вот прошло 3 года, и я здесь. Мечта моя сбылась. Красивая мечта. Я считаю, нужно загадывать что-то необычное. Не машины, горшки с золотом. Все, что касается искусства, все, что касается любви. Смотрите, как это красиво. Я не верю, что мои глаза видят такую красоту. Это просто что-то невероятное. Как можно было такое сделать произведение искусства? Версалем занимались строительством самые лучшие архитекторы. Интересный дизайн. В умноченном виде. Все под стеклом. Все с хрусталя. Скульптура.
Марі Антуанетта зі своїми дітками. Ну що, піднімаємося. Уставшая, но счастливая. Что я вам скажу? Ожидание реальность. Оно того стоило. Мне кажется, даже я такого масштабного не ожидала. Ну что, загадывайте желания, если они у вас исполняются. Ну, а я всех целовать и ваши прекрасные щечки. Всем пока. Ой, вы не поверите, я уже к выходу собралась идти. Включили фонтан. Представляете? Все, как я хотела. А обратила почему внимание? Потому что все фонтаны включили. По всей территории. Ну, что я вам скажу, стоила экскурсия. Даже один этот день из трех, что мы в Париже, она прям перевернула все мое сознание. Это очень красиво. Если вы когда-нибудь будете в Париже, обязательно посетите Лувр. Лувр, посетите Версаль, вы останетесь в большом восторге.